Здравствуйте, друзья. Сейчас я вот покажу вам себя. Мы с вами снова встречаемся. Встречаемся в прямом эфире в группе Клуб Таро. И будем говорить о магическом применении северных рун. Вот у нас большая серия трансляций, которую я проводил по предсказательным значениям рун и по самым популярным раскладам окончилась. И теперь вот новая серия началась, в которой мы говорим о предсказательных значениях, о магических значениях, прошу прощения. Ну, собственно, у нас была одна трансляция по поводу первой руны Футарка, руны Феху, и одна трансляция, в которой я рассказывал, как в принципе вот, пользоваться руническими формулами, потому что если я вам расскажу формулу, но я расскажу, как ее применять, то будет как-то неинтересно. А сегодня мы с вами поговорим о второй руне старшего Футарка, руне Урус, и посмотрим, как же можно ее использовать. Если по ходу дела у вас возникают какие-то вопросы, пишите в чат. Если вы хотите, чтобы я на какой-то из ваших вопросов ответил, вот как предсказатель, да, предсказал на рунах, пишите тоже. Я одной руной в конце трансляции отвечу на любой ваш вопрос, который вы напишите в комментариях. Добрый вечер, Юлия. Ну, а сейчас мы поговорим о том, что же это за руна. Сейчас я вам ее покажу и будем беседовать. Вот наша руна Урус. Вот такой вид она имеет. И что же она собой представляет? Руна Урус — это Тур, вот дикий бык, собственно, именно те быки, которых она изначально обозначала, они были истреблены там лет 200 назад на территории Европы, поэтому сейчас чаще ассоциируют с зубром. Вот зубры все-таки еще остались в некоторых заповедниках, но тем не менее, то есть это вот дикий бык, дикая необузданная сила, такая вот земная мощь, да. Если предыдущая руна Феху — это вот домашний скот, да, там такая корова, которую доят, там она стоит в стойле или еще что-то послушное, то вот руна Урус, она совсем не послушная и имеет, что ли, такое продолжение. Вот мы говорили, что руна Феху, она руна, скажем так, материального мира, накладывающая материальные ограничения. Вот руна Урус, она любые ограничения сносит. Точнее, сила руны Урус. Потому что это свободный, такой вот неостановимый представитель первичной силы и мощи. Эта руна, она вот такая, ну, руна, одна из рун силы, по большому счету. Придает мужчинам мужественность, женщинам женственность. Вот, усиливает именно те аспекты, которые нужны. Кроме всего прочего, это может быть руна, усиливающая физическое тело и, может быть, исцеляющая какие-то физические болезни, ну, в зависимости от применения, может улучшать здоровье. Кроме всего прочего, это вот приток энергии и начало нового, всплеск, толчок к движению вперед. Вот это вот все руна Урус. То есть, если руна Феху, там это привязывает нас к материальному миру, то руна Урус может эти оковы разбивать. Давайте посмотрим, что же она в магическом смысле значит. Ну вот, одно из применений — это просто усиление, ну что ли, добавить энергии в руническую формулу, усилить, там, оздоровить того, на кого формула направлена. И вообще, это такая вот земная руна, она рекомендует почаще выезжать на природу, там, ходить босиком, плавать
в природной воде, там не в бассейне хлорированном, а в реке, в озере, там, в ставке, хотел сказать в луже, но в луже вряд ли поплаваешь, но тем не менее ходить по лужам тоже можно, чтобы привлечь силу этой руны. Магические применения. Это, в общем-то, это основная руна для формул на спорт, физическую силу. Вот если нужно человека быстро поставить на ноги после там тяжелой болезни, упадка сил, депрессия именно в физическом смысле, то тоже часто основой рунических формул является вот эта руна Урус. Ее любят эту руну культуристы. Потому что она помогает усиливать, точнее увеличивать мышечную массу в том числе. Но нужно только осторожно ее там применять для того, чтобы она не раздула человека. Да? Не только в плане физической силы, не только в плане мышечной массы, но и там жира и всего прочего с этим связано. В бизнесе она дает вот рывок, дает прорыв в плане таком, что исполняется истинное намерение человека в бизнесе, вот то, что он собирался сделать. Из этих соображений часто не рекомендуют руну Урус применять людям, которые работают по найму, потому что это она может спровоцировать увольнение, причем поскольку вот руна такая сила практически неконтролируемая, то это увольнение может быть да, в том направлении, в котором вы хотите работать, вас подтолкнет, но сделать это неподготовленно, то есть вы вот знаете, надо что-то делать, а я еще не готов. Такая вот будет. Может быть ситуация. Ее используют вплоть до того, что в любовной магии в качестве афродизиаков, потому что она вот такую первичную природную силу восстанавливает, в том числе и сексуальное начало. Ну и как я уже говорил, для усиления других рун. Однако, если вот руна Тейвас, которую тоже используют для усиления действия других рун, она более контролируемая такая, что ли, потому что она посвящена богу Тюру, который был, в общем-то, добр и мудр, да, то вот руна Урус может туда добавить чего-то такого неожиданного. Поэтому ставы с руной Урус, которые призваны усиливать их действия, нужно тщательно оговаривать, тщательно продумывать предварительно. Вот такая вот интересная рунка. А я хочу... мы сейчас с вами перейдем к рассмотрению вот рунических формул. Мы на основе этой руны, там три штуки достаточно популярных с вами, разберем. А я хочу вам сказать, что если вы хотите подробно освоить вот процесс создания рунических формул, рунических ставов, освоить рунную магию, сделать так, чтобы в ваших силах было не только там предсказывать события, но и хотя бы в какой-то степени их менять, их контролировать, да, вот корректировать, потому что вот руническая магия это скорее такие корректирующие воздействия, которые, ну, это там не водоворот, не вулкан, это не какое-то ведьмовское такое колдовство, которое может по-всякому на вас повлиять, а это, ну, если правильно это сделать, то можно с помощью таких мягких толчков, мягких влияний лучше направить свою жизнь, направить вот поток событий, которые вокруг вас происходят. Что, безусловно, более экологично и более в нашем мире приемлемо. Вот. Потому что, знаете, любое сильное действие наталкивается на такое же сильное противодействие. Поэтому лучше вот таких вот каких-то совсем ударных методов без особой необходимости не применять. Хотя с помощью рун это тоже можно сделать. Ну а я вас приглашаю на курс «Северные руны. Начало пути», который регулярно проходит в рамках нашего клуба Таро. И вот я сейчас выставлю в комментарии адрес страницы, на которой есть описание и программа этого курса. Цены давно у нас не повышались, всего 2600
стоит онлайн-курс из 10 занятий. Зарегистрироваться можно, вот мой партнер тоже выставил. Хорошо, спасибо, Владимир. Зарегистрироваться можно всего за 400 гривен, переведя их на карточку, который, номер которой здесь указан, или оплатив через банковскую форму на странице, опять-таки адрес, который здесь есть. Ну, в результате вы будете 100% зачислены в ближайшую группу. Ну, а я перехожу дальше, перехожу к руническим формулам. Итак, ну вот, собственно, прорыв. Прорыв в бизнесе и карьере. Что это за формула? Ну вот здесь, смотрите, здесь, кстати, участвует та руна, которую мы в прошлый раз с вами разбирали, руна Феху. Там, если вы вдруг на прошлом занятиях не были, можно посмотреть их на нашем YouTube-канале. Вот, собственно, адрес этого YouTube-канала есть в описании к трансляции. Что это такое? Это вот формула полезна для тех, кто хочет вырваться с того уровня, где сейчас находится, но крайне не рекомендуется тем, кто цепляется за стабильность и хочет получить стабильность, потому что эта руна вергнет вас вот в такую, что ли, эпоху перемен, да? Но при этом позволит действительно сделать скачок вперед и в бизнесе, и в карьере. Но дастся это вам ценой, в общем-то, большого количества работы. Ну вот если смотреть, из чего она состоит. Феху здесь, что у нас материальная, связь с материальным миром символизирует, это может быть деньги, если вы о бизнесе будете ее оговаривать, это может быть там сама вот работа, да, если вы на карьеру направляете. Урус, собственно, прорыв, взлом, новое начало. Отила — это бизнес, компания, семья, вот реализация задуманного, это как бы как символ того, такая точка привязки, да, вот в этом потоке изменений, куда они все будут направлены, да. И Соулу, ну, победа, удача, привлечение внимания, добавление энергии в форму. Вообще вот руна Соулу — это солнце, ее рекомендуют в конце рунических формул добавлять для того, чтобы добавить туда больше энергии и как бы вообще сделать процесс радостнее для вас. Дальше, если пойдем, следующая формула, вот активный спорт, это для спортсменов, это не для тех, кто хочет похудеть, а для тех, кто действительно хочет получить достаточно энергии для того, чтобы вот выходить на какие-то новые уровни в спорте. Дает здесь урус, как я уже говорил, физическая сила, рост мышц, вот тейвас, во-первых, добавляет энергии в формулу, во-вторых, делает как бы эту силу урус более контролируемой. Вот дагас, это переход от тьмы к свету, базовое значение, да, то есть опять-таки способствует переходу на новый уровень, а кроме того, эта руна такая достаточно позитивная, и она слегка смягчает вот действие агрессивных рун двух предыдущих, которые перед ней стоят. Эта формула может вот способствовать сбросу лишних килограмм через спорт. В принципе, ее можно использовать, оговорив соответствующим образом, и для такого прорывного достижения целей жизненных своих. Такое тоже возможно. Ну, как вы уже знаете, очень много зависит вот в рунических формулах от того, как вы с ними договоритесь, как оговорите при активации. Ну вот, для того, чтобы узнать, как это сделать, смотрите предыдущий эфир. На нашем канале ютубовском я в описании под каждым из запись, под каждой из записей о магическом значении рун буду приводить ссылку на вот эту вот трансляцию, на видео, где написано, как же, собственно, обращаться с этими руническими ставами. Вот такой вот
полезный сейчас, наверное, многим будет вариант, когда после тяжелой болезни нужно вернуть физическую форму, вот поставить на ноги себя или другого человека. Это именно для этого предназначено, способствует быстрому возврату вот, к активной жизни, ставит на ноги, повышает мышечный тонус. Здесь у нас уруса, символизирующая физическую силу, как бы начало вот, движения вперед, подъем энергии, ингус, плодородие, внутренняя энергия, такая энергия активности. Ну и дагаз, опять-таки, трансформация, гармония способствует переходу на новый уровень и смягчает действие вот, агрессивной руны урус. Потому что во всех этих рунических ставах, это знаете, как у врача, там, главное не навредить. Не переборщить и не навредить. Ну вот, собственно, такие, почему сейчас он полезный, потому что все-таки достаточно большое количество людей, несмотря на все карантинные мероприятия, болеет тем же вирусом, коронавирусом, да, и, как правило, вот я сам переболел, последствия еще очень долго сказываются в виде слабости физической, там, невозможности долго работать. Ну и вот эта формула вполне может быть хорошим подспорьем в таком случае. Ну вот то, что я хотел вам рассказать о руне Урус. На этом наш эфир заканчивается. Я вопросов не вижу, на которые я мог бы ответить. Ну а вас я приглашаю. Теперь у нас эфиры будут проходить вечером в понедельник, на следующие прямые эфиры, а также на прямые эфиры к моему партнеру Владимиру Токареву, который в среду в такое же время в 20:00 будет рассказывать о Таро. В эту среду, кстати, будет завершающий прямой эфир о масти жезлов. Потом будет переход к другой масти. Хорошо, удачи, всего хорошего, до свидания.